Итак, ребята, хотим вам показать лодку, на которой мы идем. Что она из себя представляет изнутри. Вот смотрите. Вот такие вот ступеньки. Довольно хорошие. Машины ноги. Кухня. Плита на кардане. Тут вот большой ящик. Тут всякие тоже ящички. Много можно сюда вещей сложить, всяких продуктов. Тут вот тоже всякие аксессуары для хранения ложек, вилок, всего остального. Много как бы тут места. Обратите внимание на высоту потолков. Тут ну, 1,90 м, 1,85 м точно, 1,87 м. Так, движемся дальше. Пресная вода, соленая вода. Правда, помпы вот такие вот. Надо качать на вот эту штуку, чтобы шла вода. Это соленая. Тоже тут много всяких ящичков для хранения продуктов всевозможных. Тут у нас холодильник. Холодильник работает. Холодильник очень вместительный. Так, ну давайте по корме пройдем. Так, тут у нас кормовая каюта. Тут разделены две койки. Раз и два. Там он кися спит. Это трофейный матрас. Тут всякие шкафчики. Тут тоже. Под низом там аккумуляторы. Ну, как бы в этой каюте тоже в полный рост можно стоять. Такая интересная. На свой размер, повторюсь, 33 фута, 10,1 метр. Лодка очень такая. Единственное, что вот по туалету хочу сказать. Вот он туалет. Тоже можно в полный рост. Но смотрите, как туда пролазить на унитаз. То есть это надо проявлять чудеса акробатики, там трансформироваться, чтобы туда залезть. Вот так. Ну, тоже как бы такие конструкторские решения были в 84 году. Пошли дальше в нос. Вот такая вот кают-компания. Огромная. Большие окна. Очень лодка светлая. То есть, когда идешь, очень классно видно море, все. Вот такой вот стол. И диван вот такой. Там тоже за диваном всякие сундучки, рундучки. Тоже много полок для хранения вещей, продуктов, всего-всего. Так, стол вот разлаживается, то есть он становится еще больше. В столе есть такие вот потайные рундуки для хранения там чего-то. Кто-то алкоголь хранит, хорошо. И вот такие вот штуки для хранения бутылок. Вот 4 штучки. Тут мачта идет. Так, по этой стороне пройду, тоже большой такой диван. Тоже всякие полочки всевозможные. Тоже вся светлая. И придем в штурманский столик. Тут все приборы. Это, конечно, все древнее. Там этот, радары, всякие эхолоты. Все это все такое древнее-древнее. Этот самый. Вот такие вот шкафчики тут везде. Тут все это дело открывается. Не будем туда лезть. Прикольное решение по шкиперскому стульчику. Сейчас мне Ира поможет его разложить. В общем, выезжает вот такая вот конструкция. Да, вот такая конструкция. Ставятся ножки сюда. То есть он стационарно как бы стоит на вот этих ножках. Да, прикольно так сделали. И назад. Так, ну и поснимаем сейчас носовую каюту. Носовая каюта огромная. Смотрите, какая носовая каюта. Тут мы немножко зашторили. Там все равно тузик висит, но очень панорамные окна. То есть, когда лодка идет, можно там наблюдать за происходящим вокруг через вот эти вот окна. Классно. Кровать. Мы с Ирой умещаемся на вот этой части. То есть тут еще, ну, по сути, третий человек может лезть в такой комплекции, как мы. То есть нормально. Это какая-то шведская, да, семья уже, я не знаю. Ну, ребенок там, я не знаю. Тут ящички всякие, ладно, мы туда не будем лезть. Ой. Тут с этой стороны аналогично.
такие вот полочки. Еще есть большой, как его правильно назвать, рундук, не рундук, для хранения. Мы туда воду сложили. Ну, там можно паруса, все, что хочешь хранить. Прикольно так. Для своего размера, да, очень много места. 33 фута мы как бы на таких лодках много ходили, на разных. 33-35, ну, реально она удивила. Очень большая. Ну, пробегусь немножко по палубе. Так, тут у нас, тут выходим по лестнице, дети чатятся, бесплатный интернет у нас тут есть, халявный. Да. Кокпит небольшой. Вот такой вот. Конечно, все старенькое, требует рефита, лебедочки. Здесь лебедки для работы с передним парусом. Вот лебедки для работы с мейнсейлом. Ну и приборы. Компас, глубиномер работает, автопилот работает. Автопилот классный, раймариновский. Ставится вот сюда на румпель. Ну, конечно, для такой лодки она очень тяжелая. Автопилот на попутных ветрах тяжеловатая, ему не справляется. Вот мы вчера шли на попутнике, хорошо шли, 7-8 узлов. Тяжело, я все вручную рулил. Ну и палуба, смотрите, на палубе, то есть можно чилить, как бы, проходы такие огромные. Мейнсейл хороший, парус, сплошные идут у него латы, на весь парус 4 латы, 3 рифа у него. Ну и Генуя тоже идет от топа, огроменная, 130%. Под одной Генуей мы вчера шли 8 узлов. При скорости ветра попутного где-то 15-16 шли 8. Ракета. Вот такая вот лебедка. Лебедка Тигрес ловрансовская на 1200 ватт. Цепь двенашка. Цепи там, ой-ой-ой, 100 метров точно. Но единственное, что неудобно ее собирать. Потому что она наваливается, надо постоянно ее поправлять. Ну, это как бы такая есть проблемка. Но ничего. Кнопки управления цепи. Обратите внимание, тузик лежит. Тузик 2,6 метра. То есть он лег. И люк в носовую каюту прекрасно открывается. То есть он ему не мешает. Вообще как бы. Очень классно. Трапик есть. Сейчас пойдем назад, я вам покажу купальную платформу. Огромная купальная платформа. Вот такие вот лесенки, которые на нее ведут. Спасплот стационарно установлен на корме. Ну, как бы, лодка стальная. Чтобы вы понимали, с остальными лодками всегда много работы, везде всегда есть какая-то ржавчина, надо что-то подварить, надо что-то подкрасить. Ну, как бы лодка крепкая, 84 года французы строили как бы на совесть лодки. Я простучал весь корпус, она реально хорошо сохранилась. Вот так. Ну, еще один пример, когда за небольшие деньги можно купить лодку, которая реально будет ходить и будет приносить удовольствие. Вот так вот. Так что ищите свои лодки, и вы их обязательно найдете.